Ну что ж, всем здоров, ребята, с вами Nightmare.ru или просто Лу, неважно. В общем, вышел обзор на Guilty Longings. Я вам его покажу, то есть детально, пару битв там будет, вы все увидите это. Вот. Ну а вы не забывайте поставить лайк, подписаться и поставить, нажать колокольчик, потому что это очень важно для меня, потому что я стараюсь, и мне нужна ваша поддержка. Ну, а мы начинаем. Сейчас вы видите детали нового Лонгинуса, то есть это чип, Лонгинус, слой Вилти, утяжелитель или броня, как у Динамит Белиала, также диск Карма и наконечник Дестрой Метал. Переходим к взвешиванию. Чип Лонгинус весит целых 10 грамм из-за металла на слое. Это на целых 4 грамма больше, чем чип Динамит Белиала. Слой Гуилти, ну или Гуилти, кто как называет, весит 17 грамм. Это на, внимание, на 6 грамм больше, чем весит слой нового Сприда. То есть неплохо тогда. Диск Карма похож на диск 9 от Lost Longinus. Весит 29 грамм. На драйвер Destroy, но уже не Dash, а Metal. А вес я не скажу, потому что я не помню. Посмотрите, я потом сами в финале. Также в комплекте идет LR для нашего Белиала. То есть теперь Белиал становится Perfect с этой утяжелителем. То есть он называется теперь Perfect Белиал. Бутерброд, короче, получается, из Белиала. В сборке Лонгинус весит 78 грамм. Ну, почти 79. Довольно неплохой вес. И думаю, его противник будет сильнее. Ну, а насчет атак мы увидим прямо сейчас. Потому что сейчас мы переходим к битвам. Битвы будут против сборочек. Погнали!
Huh?